И коварство. Hello guys, everywhere you are, welcome back to my channel, Rugby Sport. При этом еще не... Строго в черном купальнике, с четырьмя буквами ФИН. Хорошо, что нет четвертой буквы, тогда по-итальянски бы все прочли как конец, финал. И задние стойки 2.5 в складке. Неплохой про мужчины. Это высоту, мощь. Если мы сейчас вспомним прыжки Джекало, Евгения Кузнецова, то, конечно, это такая высоты получается. И коварство в этой сложной акробатике. При этом еще нельзя забывать про линии. Так. Представительница Финляндии, которая очень плохо, очень неплохо сделала в первый свой прыжок. Вот здесь у нее... Вообще, честно говоря, для 3.5 вперед, согнувшись. А она, вот смотрите, видите, она не дала себе подпрыгнуть. Она сразу руками махнула и, не оторвавшись от трамплина, начала себя сразу... У Грейс Ридс тоже сегодня сложный день. Лорен Халаселка. Ну, почти справляется. Ну, вот давайте посмотрим. Вот здесь она ставит ход. Ну, а дальше сильно перекрутила. Не удержала. Ну, смотрите, фаворитки, ну как, фаворитки по именам, по опыту не блистательно выглядит. Поэтому... Финская команда в лице этой спортсменки у нас идет на 6-ю позицию. И молодец! Может быть, и не блещет, но смотрите, как она ровненько проходит этот финал. Как она хорошо раскрылась, как она четко поставила этот, забрала. Thank you.